Всем здорово, народ! Вы находитесь на канале Кашин & The Whip. И сегодня у меня на обзоре будут подсистемы Mima Pod Kit от компании G-Taste. Коробка у нас выглядит следующим образом. Здесь у нас нарисован девайс, здесь название самой компании, здесь название самого устройства, сзади вся необходимая нам информация, которую я вам вкратце зачитаю. В общем, сменичек, который у нас будет в комплекте, 1,3 мл, батарея 450 мАч, сопротивление от 1 до 3 Ом, ну и в принципе все, я думаю, характеристики типа 24 грамма, либо там высота, длина, ширина, толщина, я думаю, вам особо будет неинтересно. Вот такие вот дела, далее мы открываем коробочку. Тянем за ниточку, и нас встречает непосредственно само устройство. Сзади у нас необходимая информация, макулатурка и вот такая вот коробочка, которую мы вот прямо сейчас с вами возьмем. Уберем. И теперь у нас комплектация расширяется. Давайте посмотрим на все это дело поближе. Что у нас здесь в комплекте? А в комплекте у нас один сменичек, что уже хорошо, потому что в самом девайсе предустановлен еще один сменичек. Сменички перезаправляемые, мы их посмотрим обязательно поближе. Далее у нас зарядка по кабелю microUSB и USB. На самом деле это не очень хорошо, потому что я топлю, чтобы производители уже делали кабели Type-C. Далее в комплектации у нас есть бутылочка. Бутылочка — это заебись, потому что там бывает, что носик тонкий, либо сильно короткий, и типа не всегда получается нормально. Здесь с тоненьким острым носиком, это по кайфу, производитель о нас позаботился. И шнурочек, который я сейчас обязательно одену, на который вы можете повесить свое устройство и носить его на шее и парить. Производитель мне прислал несколько устройств, поэтому я вам покажу что другое устройство, которое я парю. В общем, у меня есть черного цвета и красного цвета. В общем, девайс выглядит у нас следующим образом. Это вот такой вот карандашик, очень приятной круглой формы, он без грани, он полностью круглый. Здесь название самого устройства Mima, здесь название самой компании G-Taste, здесь кабель microUSB, здесь у нас отверстие под выводы газов, здесь кнопочка, которая включается пятикратным нажатием, то есть 1, 2, 3, 4, 5. Вы видим, что лампочка загорелась, 1, 2, 3, 4, 5, лампочка выключилась. И здесь у нас сменчик-загубничек. Сменчик мы достаем, и внутри мы видим контактную группу, то есть две у нас палочки, все как обычно. Далее мы разберем сменчик. Контактная группа очень прикольная, она вот такая вот круглая по кругу, то есть вариация того, что у вас контакты не будут соприкасаться, прям сводится к минимуму, потому что это выглядит вот так. И здесь есть ключики, здесь есть блокираторы, то есть вот вы можете посмотреть, которые не дадут вашему картриджу проворачиваться. То есть я не могу его вставить вот так, то есть видите, я могу его вставить только в пазы, вот так, и все. И, собственно, заправка происходит данного устройства следующим образом. Здесь мы можем увидеть резиновую заглушечку, резиновый такой уплотнитель, который мы аккуратненько ногтем убираем, видите, и вот сюда в дырочку мы все это дело заправляем, и получается очень даже, в принципе, неплохая заправка. Вот таким вот образом выглядит девайс наш Mima от компании G-Taste, и давайте перейдем к плюсам и минусам данного устройства. Я на данный момент парю очень вкусную жижечку от компании Nesty Juice. Это у нас Silver Blend. Очень вкусная, сладенькая табачка. Прям, прям вообще кайф. По затяжке данное устройство мне нравится. Очень оптимальная, не сильно тугая, не сильно свободная затяжка. Очень прикольно, очень классно. Никаких нареканий в работе с испарителями у меня нет. Он вкусненький, он реально вкусненький. Здесь чувствуется вкус. Очень прикольно. Не течет. Поначалу немножечко попадала жидкость в рот, но сейчас это бывает очень крайне редко. Очень компактно, очень хорошо лежит в руке. Он круглый, без граней, очень прикольно. Хорошая быстрая зарядка. Но мне не нравится здесь кнопка. Если бы ребята замутили бы здесь датчик контроля затяжки, то есть самостоятельно, когда затягиваешься без кнопки, было бы очень прикольно. Поэтому приходится всегда нажимать кнопку и потом затягиваться. Если бы кнопки не было, было бы вообще прям огонь must-have и было бы реально пушка. Я ребятам об этом написал, но не знаю, может быть, в следующих версиях будет, не будет, но это было бы очень прикольно.
Что могу еще сказать из плюсов? Это то, что перезаправляется картридж. Это самое главное. Я не видел, что в комплекте какие-то у них есть картриджи уже предзаправленные, но в комплекте хорошо то, что есть у нас бутылочка, шнурок, плюс перезаправляемый картридж. То есть у нас два картриджа, один в самом девайсе и один еще в комплекте. Это очень, на самом деле, прикольно. То есть производитель реально позаботился о нас и положил нам два сменечка в комплекте. Это очень прикольно, за это прям вообще спасибо ему, о нас заботятся. Ну и в принципе все, по минусам, ну я только сказал, это не минус, это мое какое-то личное мнение. Я бы не хотел бы здесь видеть кнопку и, ну, немножечко люфтит сам из сменечек. Ну это как бы незначительно, потому что люфт такой, это, наверное, такая легкая где-то там придирочка. Но, в общем, я бы хотел бы увидеть следующую версию данного девайса, вот именно Mimo, без кнопки. Я думаю, было бы очень прикольно. Ну, не знаю, все зависит от ребят. Вот такое вот устройство. Это Mimo от компании G-Taste. Поэтому все ссылки на ребят я оставлю в описании под этим роликом. Проходите, смотрите, пишите, заказывайте, делайте, что хотите. Но устройство мне реально понравилось. Я буду с ним гонять на постоянной основе. Что касается меня, так это лайк, дизлайк, подписка, отписка. Вы знаете, что делать. Ну и всем до новых встреч. Пока!